Девочки, доброе утро. Как у вас дела? Как настроение? А я с утра заварила себе вкусный кофе и хотела вам рассказать отзыв про вот это кофе с мэтра от Риоба Эспрессо 100% арабика. Девочки, очень вкусный кофе. Он сейчас на акции, ну, был на скидках, и кофе получается просто обалденный. Вот я готовлю латте, капучино на нем. Ну, прям аромат просто на всю квартиру. И знаете, вот нет ни лишней кислинки, ни лишней горчинки. Вот прям как доктор прописал. Поэтому, если вы тоже любители кофе, как и я, ароматного, без кислости, вот этой вот, ну, не знаю. И именно я люблю, не люблю микс арабика-рабуста, я люблю только 100% арабику, то обратите внимание на этот кофе. Я думаю, что он вам тоже понравится. У Анютки закончились уроки. У нас так распогодилось. Посмотрите, солнышко. Уговорила я кого-то пойти погулять. Где ты? Не хотела выходить на улицу. Еле убедила выйти, потому что все дни просто напролет лил дождь. И сегодня, чему говорила, идет не очень довольная почему-то, потому что оторвала от телефона. Дети гуляют, кричат. Девочки, полчасика пройдемся, подышать воздухом свежим, потому что Анютка не хочет гулять на улице. Почему ты не хочешь гулять на улице? Не хочет. Чему говорила? Сейчас мы вот так круг сделаем и вернемся. У меня работы по самый бантик. Но нужно, чтобы ребенок... Ярика я одного отпускаю гулять, а Анютку в чужом городе не могу. Поэтому приходится выходить, пусть на полчаса, но с ней вместе. Для поднятия настроения Ани зашли в магазин Блэск. В итоге девочки вышли с вот таким пакетом, благодаря какой-то девочке. Пойдем. Все, погуляли. Мы уже минут 40 на улице, пойдем. Маме еще работать нужно. Обеденный перерыв. И все равно, даже если работаю дома, все равно стараемся выходить, гулять. Так, давай быстро переходим дорогу. Аня в магазине увидела супер акцию. Честно сказать, я не собиралась ничего покупать, но даже я не устояла. Поэтому пойдемте вам покажем. Я вам составлю. Мне так фонтан этот нравится. Вообще. Он мне чем-то, знаете, вот отдаленно наш родной город напоминает. Я как прохожу здесь мимо, все так, не знаю, кажется таким родным. Хотя город нам отнюдь не родной. Ну, уютный очень. Все, побежали мы. Увидимся с вами дома вечером. Через секунду. Начало 8 вечера. Я к вам вернулась. У нас уже 11 минут 8. Хотела вам показать сегодняшние наши покупки. Мы такую вещь купили. Мне аж самой интересно распаковать ее, девочки. Я не распаковывала. Думаю, закончится рабочий день. Мы с вами все вместе посмотрим. Значит, маленькая рубрика «Чё купила?». Были мы в Виннице, есть такая сеть магазинов «Шик и Блеск». А есть «Шик Блеск». Одни магазины называются «Шик», второй «Блеск», а третий «Шик Блеск». Анютка, что ты хотела? Посмотреть. А, Анюта пришла посмотреть, что там в коробке. В общем, мы были в «Блеске». Я вам показывала. Начну с мелочей. Так, значит, купила вот такое моющее для посуды. У меня муж очень сильно любит, ну, ему нравится, чтобы моющее для посуды было с дозатором. Это очень удобно. И здесь получается вот такая вот губка. Сейчас мы снимем.
Ну, то есть этой губкой можно посуду мыть, я же правильно понимаю. И вот такая вот помпа с дозатором. Там был с ароматом жвачки Bubble Gum. Но, если честно, мне этот запах так быстро надоест, я знаю, что я даже решила даже не пробовать. Был с запахом банана, тоже такой, знаете, надоедливый. А этот, ну, вообще практически ничем не пахнет. Я решила, что... мне подойдет этот. И потом в дальнейшем можно... Вы знаете, я люблю немножко другое моющее. Сейчас я вам покажу, какое. Я вообще люблю вот такое моющее для посуды. И в дальнейшем просто можно будет покупать 1-2 бутылки, сразу выливать в дозатор и пользоваться. Ну, понятно, что я это выливать не буду. Я этим воспользуюсь всем объемом и потом только буду переливать. Так, дальше купили. Анюта себе выбрала какой-то супер блеск для губ. Липкие, разглаживает, увлажняет. Вот такой блеск. Можно я попробую? С грейпфрутом. С грейпфрутом. Был сейчас кефе, киви. Да, пахнет приятно. Блестят. Приятный такой. Симпатичный. И вообще у Нютки часто губки сохнут. Увлажнять нужно. По-моему, неплохо. В общем, вот такой блеск. Дальше. Ну, купили ушные палочки. Ну, куда без них. И у меня, девочки, не было фольги. Я мужу готовлю стейки в гриле, и получается, что их нужно потом положить на тарелку, закутать фольгой, и вообще фольга очень удобная, а у меня ее просто, вот просто не было, поэтому фольга. Ну и, конечно же, зачем, Анюта, вы думаете, сюда пришла? Мы купили вот такой шик-бокс. Прикольно он так выглядит. Как лучше? Бокса? Да. Сейчас сниму пленку с него, а то он отсвечивает, девочки. Шикарный блеск из моих боксов. Да. Их уже наполнит, а есть, ты можешь купить коробку. Можно купить просто коробку, мы купили уже как бы такой шик-бокс с наполнением, вот. Вот такая коробочка. Здесь в коробочке находится, смотрите, почему мы купили вообще. Я вообще не собиралась ничего подобного покупать, мы шли прогуляться, и я искала моющее для посуды с дозатором. Есть вот такая фирма, Трес, как правильно, Трес, Гам, в общем, вот такая. Она продается... Ну, как бы в розницу, да, то есть можно прийти, купить только шампунь, купить только кондиционер, купить только маску, купить, в общем, по отдельности. Но, чтобы вы понимали, в набор входят вот эти все средства, и вот одна вот эта маска этой фирмы стоит 180 гривен. А весь вот этот набор по акции сегодня, кто живет в Виннице, обязательно зайдите, посмотрите. Весь набор, все средства, и маска, и вот эти средства, вышли нам 188, правильно? И в красивой коробочке. Да, еще и в красивой коробочке, 188. Давайте сейчас, как будем открывать? И специальная штука, тут наклейка. Есть. А, тут наклейка вот есть, запакованная. Может, камеру на стол развернуть, чтобы удобно было смотреть? Давай. Сейчас я, девочки, вас разверну. И у нас вот такой шик-бокс. И вот здесь вот под пленкой была вот такая бумажечка с составом, что же входит в этот наборчик. Распаковываем. Нам даже сама продавец-консультант сказала, что это, ну, беспроигрышная лотерея. Да, очень хорошая. Все эти средства производства Польша. Сейчас попробуем. Снимем вот эту наклейку. Наклейка нам не нужна. Ну что, Анюта, давай смотреть. Вы представляете, так одна маска стоит 180, а мы за 188. Мне кажется, для них более выгодно просто продать одну маску, и они... Ой, как красиво! Открыточка. Написано «Made with love». Сделано с любовью. Вот такая открыточка. «Be happy».
и красиво. И посмотрите, как запаковано, да, сейчас же модно, вот в такую всякую крафтовую бумагу все это запаковывать. Мне нравится. Это Инстаграм есть. Можно в Инстаграм. А, Инстаграм есть, хорошо. Боксы ходят. Так, девочки, вот такой у нас шик-бокс. Пахнет. Пахнет вкусно, да. Анюта сидит возле коробки, говорит, запах просто обалденный. Значит, девочки, да, запах правда вкусный. Значит, девочки, сюда входит шампунь 400 мл с биотином. Трессем фирма. Сейчас понюхаем запах. Да, Анютка, это средство так вкусно пахнет. Очень вкусно. Запах прям действительно вот нереально классный. Шампунь. Входит сюда такой же кондиционер с биотином. Производство Польша. На украинском только наклейка. Вот такая шампунька еще с биотином. Трессем. Так, шампунька что же так же пахнет? Ой, шампунька еще круче пахнет. На них выход не просто брать одну банку и все. Так, дальше давайте. Маска этой же фирмы, маска тоже с биотином. А вот на маске, кстати, на русском написано. Восстанавливающая маска для волос. Так. Ой. Какой запах, Анюта. Запах просто нереальный. Маска, смотрите, очень густая. Очень вкусно пахнет. Вот одна такая маска, девочки, стоит 180 гривен. Вот. Выгодно, выгодно. А этот бокс 180? 8, да. То есть все остальное за 8 гривен. И сюда входит вот такая повязка. Картинки, голубая. Так, девочки, сейчас распакуем, посмотрим. Анька говорит, она картинки голубая. Ну, нам это не принципиально. Убирать волосы. Даже лучше. Розовая даже красивее. У нас халаты розовые, белые, да, Анют? Угу. Посмотрите, какая прелесть. Очень красивые коробочки. Так даже на подарок. Всем, кто живет в Виннице, я так поняла, что это местная какая-то сеть Шик-блеск. Обязательно посмотрите. Может быть, там столько разных бьюти-наборов. Мы случайно обратили внимание. Я увидела из таких больших, можно сказать. Ну да. Только три. Один вот этот вот. Один был там типа с уходом в косметике, там сыворотки, масочки, все такое. И один, там тоже были разные масочки и два тональных средства, что-то такое. И это. И еще был один такой более маленький, там было 6 масок. Таких популярных, таким как и корейский, не знаю. В общем, мы попробуем, девочки, все эти средства. И маску, и кондиционер, и шампунь. Я вам обязательно оставлю отзыв, стоит ли покупать. Но вот мы видели, вот такой шампунь стоит 109 гривен. Бутылочка 400 мл. Кондиционер тоже стоит 109. Маска это стоит 180. И вот эта повязка стоит, по-моему, сколько? 110, по-моему, гривен. Одна маска. А мы все это купили за 188. Одна будет твоя, вот эта вот. А одна у меня же есть. А, у тебя же есть твоя повязка. Это будет... Анюта мне, в общем, дарит эту повязку. Говорит, будет моя. То Ярослав пришел, зазвонил домофон. В общем, мои хорошие, мы довольны. Будем сейчас тестировать и пробовать. Да? Да, красота. Спасет мир. Спасет мир, да. Девочки, на ужин у нас будут блинчики вкусные с очень интересным названием. Бендерики. Я разогреваю сковороду гриль и немножко на нее добавила маслица, вообще капелюшку. И мы сейчас поджарим наши блинчики. Я как-то особо сильно есть не хочу, а Ярик сказал, очень хочет. У нас две упаковки таких блинчиков. В общем, сейчас обжарим, будем пробовать. Мы бендерики из самолепила еще не пробовали. Мы вообще любим эти бендерики, блинчики. Мы покупали разных фирм. И в Кривом Роге покупали. Как правильно, Роги, да? Их туда все время поправляет название. Я, правда, ну, не специально, я иногда запомнить не могу. В общем, сейчас обжарим с двух сторон, попробуем. Я надеюсь, что будут вкусные.
первый раз будем пробовать мы именно эти. Мне, во-первых, знаете, вот что мне нравится, вернее, не нравится, а интересно. Когда мы покупали до этого, блинчики были все равно немножко обжарены. А эти прям, посмотрите, прям белые. Ну, то есть, как будто это вообще как лаваш какой-то, тесто фила, я не знаю. Полосочки пропечатываются. Сейчас нажарим блинчиков и будем пробовать. Ну, а почему нет? Бендерики пожарили. Ярик, давай пробуй. Вкусные или нет? И ты скажешь, какие лучше? Вот те, которые нам в Кривом Рогу, в Кривом Роге нравились. Попробуй, зайка. Ну, тесто другое. Вкусные? Вкусные. Мясные? Да. Можно я позаглядываю тебе в тарелку? Ну, а тесто другое вообще. Ну да, я тоже заметила, что тесто совершенно другое. Начинки много, я вижу. В общем... Тебе нравится? Покупать еще, да? Да. Повторить? Я деткам пожарила блинчики. А я не буду. Я у вас кусочек потом возьму попробовать, потому что вечером перед сном Ярик растет, Аня растет, а я расту только вширь. Приятного аппетита. Пока. Девочки, завершаем мы наш день сегодня моим любимым сериалом. Я его, знаете, практически каждый год пересматриваю, и все равно он, да, каждые полгода, он Анютка не даст соврать, это Майк и Молли. Я не знаю, видели вы сериал этот, не видели, но я просто в восторге от него. Мне кажется, он настолько классный, смешной и интересный, что вызывает у меня, в общем, полное восхищение. Залазь давай. Булечка пришла. Будешь с нашими зрителями здороваться, Буль? Буль, будешь? Привет. Все, мои хорошие, всем желаем пока-пока. Хорошего настроения. Смотрите хорошие фильмы, получайте удовольствие. Все, всем пока-пока. Постскриптум. Ты со мной легла спать сегодня. Почему ты кино не смотришь? Ты фильм знаешь наизусть? Один наушник, а одно ухо слышит сериал. Вообще, мать смотрит сериал. Какая-то девушка лежит в телефоне. В общем, лентяй. Наш папа, я уже вам говорила, уехал в командировку. Да, и Аня... Да, Анина любимая игра тюленей валяться. И, в общем, Анютка, я не люблю спать одна. Мы в Швейцарии спали вместе. И здесь Анюта составляет мне компанию. Все, теперь точно всем пока-пока.